А теперь мы находимся в Ясной Поляне. Здесь жил и творил Лев Николаевич Толстой. Погнали! А в 15 минутах ходьбы от дома находится могила Льва Николаевича Толстого без креста и памятника на краю обрыва, как и хотел великий писатель. Кстати, на этом месте, по преданию, была и спрятана та самая зеленая палочка. Здесь большая парковка, но если вы приедете сюда в час пик, места здесь не будет. А сейчас вечер, и тут свободно. Памятник Игорю Талькову, известному человеку 90. Конечно, вы все его помните и прекрасно знаете. Он был родом из Тульской области, Щёкинского района. Был открыт в 2017 году. Напомню, что Игорь Тальков был застрелен в 1991 году. Памятник очень красивый. Видим стул, гитару, цветы. Местные жители не забывают про него.